Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролиплей, Центральный округ. Мы здесь с Кирилл Путбулов, не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне. Все как бы есть в описании, поэтому заглядывайте туда. Сегодня у нас будет новое видео, в этом видео я хочу купить себе какую-то новую машину. И возможно займемся сегодня внешним тюнингом Lamborghini моей, потому что как-то она мне в таком цвете надоела. Поэтому сегодня возможно даже диски поменяем, либо перекрасим, поэтому серичка будет такая интересная. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Так, пацаны, тут, короче, продается Audi RS5 за 6 миллионов. Пробег, конечно, у него большой, 2000, но едет она сколько? На 226, полный тюнинг. Давайте, не знаю, может, я купим, потому что, ну, здесь больше ничего интересного нету, а здесь даже лаунч-контроль есть. И она такая, знаете, симпатичная машинка, поэтому давайте, может, попробуем ее реально купить. Так, все, я купил ее за 6 миллионов, короче. Но я считаю, это неплохая такая покупочка, потому что, ну, тачка реально прикольная, с лаунч-контролем, самое главное. И на ней можно будет нормально так погонять. Все, я ее починил, теперь давайте посмотрим на нее. Номера, конечно, здесь ни о чем, но сама машина очень симпатична, такая черная просто бестия. Не, ну реально классно выглядит. И обычные номера такие пиздатые. Кстати, это 6.8, почему-то написано RS5, если это как бы S8 вообще. Вот у него лаунч-контроль как бы стоит, сейчас давайте его протестируем, работает нормально или нет. Так, не, ну, более-менее нормально работает, в принципе. Не, ну машина мне реально очень нравится, кстати, они из стробоскопа еще стоят. Такая, знаете, какая-то оперская машина, либо, ну, такая, знаете, машина правительства с лаунч-контролем, просто такая бестия. Я даже ее перекрашивать не хочу, потому что, ну, в таком цвете она мне очень нравится. Хотя можно было бы еще попробовать в белом цвете, типа, знаете, там, какое-то правительство, либо еще что-то. Кстати, давайте подарочек заберем. Но я реально не жалею то, что я ее купил, ну, типа 6 миллионов, знаете, это не очень и дорого. Кстати, надо будет подарки нам эти продать. Может быть, этим займемся как бы сегодня. Потому что один подарок можно продать за 10 тысяч. 10 тысяч умножить на 280. Я думаю, получится очень даже неплохая сумма. Поэтому, я думаю, сейчас мы отвезем машину, припаркуем. Может быть, лампу возьмем. Нужно ее сегодня перекрасить, там переделать. Потом уже поедем, продадим, короче, подарки. Ну вот, это другое дело, знаете. Ну, хотя бы она более такая свеженькая стала. Потому что, ну, красная как-то реально надоела. А вот такого цвета на желтых дисках, я думаю, смотрится очень даже неплохо, поэтому мне нравится, мне реально нравится. Поехали теперь в Южный и продадим, короче, наши подарки. Так, все, я приехал, короче, на рынок, и нам нужно найти того, кто скупает подарки. Подарки по 12 тысяч, ебаный насос. Так, 290. У вас есть шанс на подарков. 200 подарков. Это 2 миллиона 400, кстати, нихерово так. Так, давайте ему продадим 30 подарков. Ебать, я заработал почти, ну, 2 миллиона 760 тысяч заработал, пацаны. Бля, это очень даже неплохо, я считаю. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете выводить по ним при регистрации. Ждите новых серий, скорее всего, в следующей серии я уже пойду в казак и попробую поднять немножко денег. Потому что, как бы, мы купили новую машину, мы немножко затюнили свою ламбу, и поэтому нам нужно вернуть, как бы, наши деньги. И в следующей серии мы пробуем это сделать. Все, всем пока-пока.